Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте всем, кто пришел. Очень соскучился по концертам настоящим, когда вот есть вы и есть аудитория. Это очень здорово. Большое спасибо, что мы пришли, мне очень приятно. Вот, сегодня первый город в концерте, в туре, который называется 99 друзей Галича. Вот, собственно говоря, вас тут, наверное, немножко больше. Вот. Потому что в основном-то как бы, ну, друзья, они же не делятся на какие-то числа, 99 или еще какие-то. Поэтому очень приятно, очень круто вообще. Что такое квартирник? Все, кто был на наших квартирниках, понимают, что это такое. Это когда это не просто песни, это общение, ответы на какие-то вопросы, записки, пожелания, признание в любви, ну и всякое такое. Вот. Поэтому сегодня будет плюс-минус то же самое. Я очень рад, что я снова в Трумане. Я очень люблю эти заведения. И зимний Труман, и летний Труман, и Юру люблю, и вообще всех люблю. Вот. И просто я соскучился за всеми. Для мене це тебе немає волі.
виград. Коли я з нею поруч, брати, я примат. Когда я в прошлый раз выступал в Трумане и вообще в целом, когда я раньше выступал, так сложилось, что мы вдруг, если у кого-то есть чем писать, вы можете передавать какие-то записки, чтобы никто не знал, о чем идет речь. Я их буду зачитывать, отвечать на ваши вопросы, выполнять ваши пожелания и раздеваться медленно. Спасибо.
кем нужно? Женя, ты молоток. Ты как мой дядя Валера, короче. Но у меня, кстати, нет дяди Валера, зачем я соврал? Я мрів заспівати з тобою наші люди всюди. Це єдина пісня, де я знаю твої акорди і граю її сам. Ну, це, кстати, це прикольно. Розучи ще каких-то пісень. Нет, ну хорошо, напомните мне, пожалуйста. И я же наши люди всюду не хочу сейчас спеть, потому что что, смотрите, раз тут 99 человек, я спою наши люди всюду, 90 идут, 9 такие. Окей, куда вы все? Я спою наши люди всюду чуть попозже обязательно. И тот, кто это написал, я попробую дать вам возможность самореализоваться. Спой, пожалуйста, чувства. Оля очень ждет. Ну хорошо, Оля. Раз уж ты ждешь. Можно перефразировать, смотрите. Спой, пожалуйста, чувства. Оля очень ждет ребенка. У тебя еще есть какое-то время, чтобы их спеть. Я бью собой одно небес, и в дыры черные падал, и был родным мне темный лес. И заповедный горы, и я бродил среди огня, руки сжимая до хруста, и все, что было у меня. Вот тебе чувства, грех и причина любого искусства. Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду. Сначала узнай ем. Я узнай ем. Узнаем, кто с вами сначала. Вот он. Я узнал, кто с нами сначала. Это вот. И ты.
Про маму. Про маму трек. Все, все это я помню, ребят. Вы думаете... Так, смотрите, на всякий случай, давайте выясним. Я все эти треки, блядь, написал. Вы что, думаете, что я их не помню, что ли? Это не так. Я помню их все. Вот. Я даже помню ТБЦ «Может быть», хотя бы я ее не писал. Ша-ла-ла-ла-ла-ла. Это, кстати, что за трек такой, блядь? Не, ну был заказ на Киев-Лондон. Мне даже интересно самому, как его играть.
Окей. Спой, пожалуйста. Так, у нас будут какие-то истории в записке? Перебей, спой, пожалуйста. Концерт по заявке. КПЗ, КПЗ, КПЗ. Нет, это не то. А? Теперь можно фламину мне? Налей 50 грамм, наши люди сюда. Вот это дело. Со льдом или без? 120 гривен, пожалуйста. Нет, ребят, смотрите, во-первых, давайте сразу обсудим кое-что. Мы очень богатые люди. С вами. Ну, не только я, в смысле, а все вы. Потому что у нас есть куча друзей, у которых можно занять бабла. Вот. Во-вторых, у нас есть кто? Сейлор Джерри. Это наш друг лучший. Вот, который тоже есть у нас в туре, и он нас поддерживает. Если вы любите Сейлор Джерри с Пепси, то у нас есть Пепси Макс, который, что, без сахара. Девочки, если вы хотите пить Пепси, пейте Пепси Макс, потому что тут нет сахара, и ваши булки будут прикольные. Скажи. Я вам еще потом расскажу несколько. Кто будет? Пожалуйста. Так, ну что. Да, я поеду. Петь песню, да, еще какую-то надо. Про маму? Да? Песня была написана в 2006 году, после того, как я... Что? Все в песне я скажу. Твоя мама такая красива, твоя мама такая счастлива, одягає Діори всі понти, та, на жаль, на ней не схожа ти. Я дурію, коли бачу, всі помилки твої пробачу, разом з тобою, щоб бути з нею, називатиму тебе своєю. Я чекаю ціле сторіччя, замість того, ближче, не знаю слов, як я там далі не... На-на-на-на-на-на, короче, я маму там... Но я вам расскажу, за что я люблю акустические вот такие вот концерты. Смотрите, я забыл слова, все же заметили, правильно? Ну, хотя они там такие и есть. Вот, но я же сижу здесь, и если бы были еще ребята из группы Оторва, Дима Барабанщик, вот здесь бы Страус стоял, здесь бы стоял Денчик, а там Коля. Если бы я забыл слова или неправильно что-то сыграл, они же сразу начали вычить, ну, сразу же, что ты делаешь, ну, все, вот это вот. И кто-то бы бросил в меня бутылку, если это Сейлор Джерри, может, еще что-то произошло. Но сейчас я могу себе это позволить, правильно? И вы же такие, с мои друзья, и я перед друзьями такой чистый, говорю, я забыл слова, и вы такие, да, прикольно, и только одна девочка в первом ряду такая... $190 гривен. Я тебе отвечу, на что ты потратила деньги. Ты потратила деньги на то, чтобы увидеть самую красивую рубашку на земле. Шил кто-то, но я не знаю кто, если честно. Ну, кто-то шил точно. Следующий раз... Стоп. Я же должен быть честным человеком, потому что я должен обещал спеть пошлой любви. Я ее не помню, но я буду вспоминать сейчас. Mm-hmm.
как же там дальше, Костя, ты, может быть, тоже знаешь? Так, давайте вспоминать. Я не лечу, чтобы врал, провожая вечерами до подъезда тебя. Курс алкоголя и став между нами утром мятая подушка и я. Вниз целых 5 этажей, сверху видно даже самые крутые места. И по коже поцелуй гаражей до моста. И дальше я не помню, как ее играть, хоть убейте меня. Давай. Немного босса о любви в стихах и в песнях. И дальше. И что над... Ребята, я не пел давно эти песни, снова сразу. Там нет таких слов. Ты выдумываешь. У меня дочка и сын также поют любую песню. Да. Они любую песню так поют, там, типа, например, там. Вокруг тебя мне снится. Что? Это не такая песня. По-любому. Но, может быть, нет. Все, это было классно. Спасибо. Так, дальше. Настя, Базей, Соль, Вика, передай привет. Смотрите, во-первых, это какая-то непереводимая игра слов, генератор случайных рифм. Настя, Базей, Соль, Вика, Тори, передай тебе привет. А, передают тебе привет, спасибо. Смотрите, это все равно, что я сказал. Свитер, орнамент, доска, Олег, Вишня и... Да. Спасибо большое, мне очень приятно. Так, кто-то нарисовал член, но... Это неприлично, кстати. Зачем вы это сделали? А, это Сергей. Отчество. Смотрите, человек очень вежливо обращается. Жека, можно на залышай? Пожалуйста. Блять, никогда ее не играешь! Это уже крик души. Я считаю, что это уже крик души, и я должен сыграть эту песню, если я ее вспомню. Она в 2007 году последний раз игралась, когда ты родился. Какая там первая строчка-то? Не залышай, по-любому. А, точно. Кто помнит первую строчку «Не залышай»? Нет, я тоже знаю. Спасибо за вечер. Пожалуйста. Это еще не вечер. Нам не удалось поехать в Киев в этом году. Знаешь почему? Потому что, ну, вариант, я еще раз говорю, если знакомая, ведь 19 тебе лет. Поэтому просим вас исполнить. И я начинаю исполнять. Киев днем и ночью. Спасибо, пожалуйста, давай. Какой-то интересной обработки, потому что, ну, просто спеть песню «Киев днем и ночью» — это не очень интересно. Нет, наоборот, вот акустическое такое, знаете, такое. Собраны сумки, диплом в кармане, обнял отца, обещал быть лучше маме. Билет на поезд в один конец, Киев встречай. Я здесь за своей мечтой, лишу страну,
День и ночь с тобой, день и ночь в лесу. Большой город может удушить пьяня, но не в этот раз, и только... И ты будто так нежно, да? Очень нежно. Стрёмные соседи, я к тебе в метро или на мопеде. Каждая из улиц улыбнется мне, радуюсь мечте, радуюсь тебе. Мне так нужно просто быть с тобой рядом, засыпай со мной, что еще мне надо. Я давно уже в погоне за мечтой, мой любимый город, я всегда с тобой. Я добьюсь и точка Одессы днем и ночью. Одессы днем и ночью. Город, в котором с тобой вдвоем. Одесса ночи днем, Одесса ночи днем. Здесь моя мечта. Я добьюсь и точка Одессы днем и ночью. Одессы днем и ночью. Город, в котором лежит корабль. Я не успеваю читать все записки. Моя подруга, кликуха, фрау Рузя, очень любит твою группу. Передай, плиз, привет, она с севера Донецка. Очень много информации на этой стороне билета, я тоже зачитаю. Потрапоти на захід можливо виключно за яналисі видного кілька входного дроска. Відвідувати заходи в нічний час нельзя. 190 гривен. Ох, ты, конечно, зря потратила бабки, потому что фрау Рузя, Кузя, как называть? Фрау Рузя, я правильно произношу? Все, вот привет тебе. Она в Северодонецке, наверное. Привет. Тебе и пишите отсюда, из Одессы. Так, что дальше, что дальше? Спой, пожалуйста. Подожди. Расскажи, как познакомился с Клубняком и спой песню «Вечер в Рио». Значит что, как я познакомился с Клубняком? Я вам расскажу, вы в это не поверите, потому что, ну, скорее всего, это будет похоже на подставную историю, но это правда так. В 2012 году в вашем городе, если вы из Одессы, проходил фестиваль, который назывался «Просто рок». И я, и моя группа, у меня есть группа, кстати, кто не знает, выступали на фестивале, который называется «Просто рок». Мы играли первыми, сразу после нас играла группа Boombox. После группы Boombox играла группа Garbage, а после Garbage играла группа Linkin Park в Одессе. В это сложно сейчас поверить, но в Одессе, блядь, когда-то играл Linkin Park. Вот. На стадионе какой? Черноморец, правильно. Вот. И что? Мы сидим в гримерке. Выступили уже очень сильно классно. Мы сыграли всю свою лучшую музыку. Это две песни было. Здоровское выступление, да. И в какой-то момент заходит какой-то человек, очень неприятный, начинает сразу говорить нам, что мы сделали не так. Он сразу говорит, а вы это вот не так, а вы это вот не... Ну и сразу начинает наваривать. А я смотрю и говорю, это же ты поешь песню про Полину? Он говорит, да. Я говорю, привет, Андрей. Он говорит, привет, как тебя зовут, мальчик? Я говорю, Женя. Он говорит, все, познакомились. Вот. Дальше был бутылка Егермастер. Дальше только бутылка Егеря, короче, была. И дальше я не помню. Ну, мы так познакомились. Потом мы поехали на фестиваль The Best City в Днепр. Вот, там был такой The Best City, там выступал Evanescence и еще кто-то, да. И подходит опять ко мне этот неприятный человек и говорит, а вот ты меня помнишь? Я говорю, нет.
А он говорит, я же Андрей Клавнюк из группы «Бумбаш». Я говорю, все, теперь вспомнил, ты же поешь про Полину. Все, и мы вот так познакомились, да, доставая гербестик. Вот, и потом, когда в 2014 году Андрей позвонил нам и говорит, у нас есть задумка спеть песню «Вечер нет». Спеть песню «Сочи» Ляпис Трубецкой, ковернуть ее и сыграть вместе с вами. Мы говорим, хорошо, мы сделали аранжировку, Андрей пришел к нам на репетицию, вот, сразу спел песню, которая называется «Сочи», которую придумал Сергей Михалов, который сейчас под Затокой, в Грибовке, вот здесь где-то, тоже рядом. Серега, привет. Вот, да, Затока. Обожаю, просто всем сердцем. Я был там два раза. Просто ад. На земле есть ад, это за 100 годов. Вот, там вообще мои любимые люди все. Убить меня хотели два раза. Вот, ты Сони Фарк, говорят, Сережку мне сразу оторвали. Я, ну, вот это все. Вот, и потом он говорит, давайте еще что-нибудь споем, если вы уже спели «Сочи», давайте споем что-нибудь еще. Мы начали играть припев песни, которая называется «Вечер в Рио». Он начал на своем каком-то мурлычем языке что-то нам муркивать. Вот, мы говорим, очень ты красиво поешь, Андрей, лучше, чем я, давай ты споешь всю песню. Он говорит, нет, я спою только второй куплет, а ты спой, пожалуйста, припевы. Я спел припев, все, вот так вот договорились. Потом 2000 долларов, и он у меня, или я у него занял, я уже не помню. Ну и все, и мы спели эту песню, которая называется «Вечер в Рио». Вот такая нестандартная история. Началось все с Линкин Парк. И вот здесь надеюсь. Вы, кстати, виноваты в том, что мы записались. А вы туда хотите вот эту песню послушать? А сейчас? Прикольно, у меня новые две гитары, скажите, просто красотки. Взял, поехал в магазин, как получилось, честно вам расскажу. Поехал в магазин, увидел вот эту вот с перьями. Думаю, точно гейская. И говорю, значит, она мне нужна. А потом увидел этот зеленый, все, влюбился, приехал, говорю, ребят, смотрите, я уезжаю в тур, там будет 22 города, вы не хотите поучаствовать в промо этого тура? Они говорят, нет. Я говорю, хорошо, тогда я куплю. Ну все, такая история. Позвонил Хлопнику, говорю, дай мне, пожалуйста, $600. Он говорит, он не взял трубку. Что начнем с истоков, правильно? Так же будет правильнее, чтобы... Да. Ветер пронесет. Сочи, мудрая луна.
Чи лайки, мої коменти, я перестану бути актуальним, як тільки кончиться срок оренди. Темно-зеленої її лодки, тяну вікенди і будні чулки колготки. Ми так похожі, но принцип разний, фото модели кусають худые локти. Она как первый мой вечер в Рио, нет, я там не был, надеюсь буду, ради нее овладею буду. Завтра съеду, но не забуду. В руке рукам больше вам не надо. Она огонь минус 40, а плюс прохлада. Мои актеры забыли роли. Перевести дух и дальше падать. Что скажут тебе? Так. Кино, алка, пятницы, пиццы. Снимай, что еще не снято. Вообще-то в фильмах либо кому не простовато, спать рановато. В улитове крепко и крепко в лифте. Я приду, не знаю, ты в моем плейлисте на первом месте. Что я предлагаю? Эти две пришли в полуне вместе. Фестивали хитро, дали мой метро в горах палатка. Говоришь, вариант, то ведь ты не твое. Бай-бай, комбратка. Нет. Подожди. Сыграй, пожалуйста, в сердце знов. И все, еще краще. Так что подожди. Хочу в сердце. Тут куча стрелочек каких-то, не знаю, о чем это речь. Ну, в сердце знов, скорее всего, да? Все, ребят, спасибо большое за концерт. Это было круто. Лера попросила, чтобы я пел. На самом деле у нас не так много времени, потому что после меня будет еще играть диджей. Женя, привет, ты крут, спасибо, мы на твоем концерте познакомились с мужем. Можно селфи на память? Конечно, да. Буду быстро читать. Смотрите, тот, кто познакомился на моем концерте с мужем, вы молодцы. Я вообще считаю, а вы прям в честь хотите селфи, да? А ну давайте, без проблем. Жена будет давать. Тут, конечно, просто кровью написал человек. Или нет. Надеюсь, это кровь из пальца. Где? Все, я ничего не понимаю. Ну тут сердце точно. Да? Простите, ребята. Где потерялась две бутылки Ягеря в разгаре? А, где потерялась две бутылки Ягеря? Они во мне. Женя, моя подруга ваша фанатка, спасибо. У нее не получилось прийти на концерт, но она в Польше, горняк вообще. Но она очень хочет на память видео привет. Топовая Катюха. Привет, ты золото. Давай, кому куда смотреть? К тебе, да? Куда? Где топовая? Топовая Катюха, ты золото. Видели тебя с бывшей... Так,
Ребята, если вдруг вы меня где-то видите с бывшей, то забудьте об этом. У меня 10 лет брака, между прочим. Двое детей, или нет, или больше. Видели тебя с бывшей в киевском метро в 2014 году. У тебя были волосы окрашены в белый, ел шаурму, постеснялись подойти. Спасибо за вечер. Спасибо, ребята, вам. Подождите, смотрите, вы меня с бывшей видели или ты с бывшей видел меня? Потому что в бывшей у меня в 2014 году не было. Так, дальше. Что еще? Женя, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что сегодня с нами. Это вам спасибо, ребят. Ну, вы-то заплатили за все. Я уже спел сочи. Вы просите спеть сочи, я уже спел. Конечно. Жень, подари медиатор, пожалуйста. Люблю тебя. Я тебя люблю. Кому подари? Зачем ты обнимаешь чужую женщину? Тогда почему говоришь? Говоришь, что любишь меня. Ты подлец. Так, Евгений, спойте, пожалуйста, песню «Отсоси у меня». В дурные игры не играю, с дураками не вожусь. Написано здесь нет. Если наливают, то могу стихи прочитать. Моя девушка полюбила твои песни с этого концерта. Расскажи самую веселую историю с квартирников и сыграй в кудушках. Так, смотри, если твоя девушка полюбила меня, а мои песни с этого концерта, значит, мы не зря все здесь. Ну, мне очень приятно, что это так случилось. Во-вторых, самая интересная история с квартирников. Так, у нас впереди еще 21 концерт. То есть сегодня мы вот как бы начинаем, это первый концерт, а впереди еще завтра мы в Херсоне, но не играем, после завтра мы играем в Херсоне. Вот, да, и я не знаю, самые, наверное, интересные истории, они будут немножечко позже, ну, в смысле, в туре. Хотя я надеюсь, что сегодня у нас будет история, какой-нибудь друг мой или подружка скажется, что крабу. И я такой поплыл, у меня все. И дальше нет тура. Ну, вряд ли. Рассказываю. 8 марта 2020 года. Группа «Торвальд» приезжает в Одессу, в Труман, в зимний. Мы играем концерт, я чихаю. Вот. У меня сейчас пиздили гитару, да? Вот. Ну что? Что, это вы, да? Это вы, блядь. Это вы. Ну, смотрите. Я... Да, они потом вернулись, да. Все классно. Я написал, что я знаю его мать, и поэтому он вернул. Очень действенно, кстати, правда. Так вот. И что? И потом 14 числа объявили карантин, потому что... Ну, кстати, был прикольный 8 марта. Кто был на 8 марта? Был угарный концерт, дилер кайфа, тур. Это, кстати, самый короткий тур в истории группы. Два концерта вообще. Дякую, что приехала. И скажи дякую Наташе, что приехала. Приезжай частише. Смотри, 3 раза слово «приехала» используется. Вот, Наташа, ну дякую, что ты приехала. Ну, мне правда очень приятно, что ты приехала. Откуда-либо, может быть, ты с пляжа приехала. Из Польши. И из других государств, любых, каких хочешь. Давайте еще одна записочка, их подушках договорились, как мы. Вот. Женя, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. История. Я была фанаткой в 2014-2013 году. На убывание года пошли. Сразу прошу заметить. Даже фотка есть. Есть в 2014, потому что она прикольнее выглядела, чем в 2013. А сейчас я не помню ни одной песни. В чем смешная история, вопрос? Но пришла на концерт за 190 гривен. Хотя карантин подкосил финансовое состояние. Вот такая история. Ты хороший. Удачи. Обычно я прихожу домой поздно, раньше, когда был не карантин. У меня есть жена, ее зовут Лера, она очень классная. Я прихожу, становлюсь, у нас такой есть остров на кухне, я себе наливаю Sailor Jerry, разбавляю колу, кидаю лед, выпиваю. Ну, я имею в виду пепси-кола, естественно. Вот, я разбавляю, выпиваю, вот, и Лера рассказывает историю. Вот примерно такую, смотрите, я не шучу. Она говорит,
Я утром ехал, человек стоял в пробке, 2000, номер у него был 2019. Вот, он немножечко стоял, потом поехал. Представляешь, за несколько секунд до того, как загорелся зеленый свет, я его обогнал по обочине, там стояли милиционеры, они его не остановили. Я потом, я добиваю этот и иду спать, все. Я, да, то есть это мои любимые истории. Истории, которые теряют 2-3 минуты моей жизни просто. Просто вся эмпания просто пропадает. Человек сохранил себе вторую половинку двух гривен и написал на них: брат, целито плиз. Во-первых, только что я узнал, что среди вас есть мой брат. А это, ну, это дорогого стоит. Видимо, мой батя где-то гульнул и в Одессе в том числе. Вот. Ну, кто бы вы ни были, давайте споем эту песню, которая даже не издана. Я ее пел только под гитару. И попробую спою. А, в подушках, да, я обещал в подушках. Поэтому. А вы хотите больше какую песню? Подушка! Радио Мэрэй! Во-первых, не спорьте с моим братом. Это тоже важно понимать. Но все-таки брат, кровь у нас. Но сначала будет в подушках, потому что так правильнее. Это моя любимая песня. Она написана о безответной любви человека, который пускает слюни в подушку. Нет, ну если честно, правда, давайте развеем романтический настрой этой песни. Давайте все честно, пацаны, вы же здесь есть же? Вот. Ну вы когда засыпаете, это с по-любому. Ну, на подушку слюна стекает. Не у всех. Подожди. Вот. И сразу запах тви в моих подушках лышается. Конечно, лышается. Ну, с утреца оно стекло. Ну. А как бывает еще? Едете вы в поезде или в экспрессе, или, может быть, на Блаблакаре. Вот. И говорите: я готов подвести девушку, или вас просто попутчится девушка. И она такая красивая. У нее такой топик. Ну, просто вот. Просто ты смотришь на нее, и все бы ничего до тех пор, пока она, бляха, не засыпает. Потом же... Ну, вот это об этом песня, на самом деле. Ну, а вы думаете, что это романтическая песня? Нет. Она о том, как сложно иногда парням. И девушкам, конечно же, тоже. Так, а теперь давайте настроимся на романтический лад.
Закінчитися тоді. Дві закохані людини так кохалися в воді. Не засну, згадаю погляд. Знову нам придає осінь. Та лише для нас це літо, це літо, це літо ще відкрито. Вони залишать один одному емейл. Раннього вітна вновь закоханих людей. Не засну, згадаю погляд. Знову нам придає осінь. Женя, пожалуйста. Пожалуйста, заканчивай. Женя, пожалуйста, заканчивай. Ну, тут есть две песни. Я попробую. А? Или нет? Ну, я их запомню. Я их пою, постараюсь. Сейчас будет нон-стоп песен, когда нам скажут, что диджей выходит на сцену. Евгений, вы лучший. Спасибо. Мы вас любим. Это плен, это взаимно. Налейте 30 грамм, пожалуйста. Я вас тоже... Кто будет? Кто это написал? Это ты написал? Не, подожди, кто это написал? Это вы написали? Выходите. Так, смотрите, нам нужно, чтобы Сейла Джерри был доволен, правильно? Это же наш друг. Вы знаете, кстати, откуда появился бренд Сейла Джерри? Очень прикольная история. Я всегда пью ром, всю жизнь пью ром, мне очень нравится. Вот, Сейла Джерри, это чувак-татуировщик, которому сейчас прочитан до хренища лет. Он еще не умер, кстати. Ну, дело-то его живет. Вот, короче, он придумал ром, и он его варит в одном месте только этот ром варится. И он очень прикольный, очень классный, вот, очень прикольный. Ром, у него куча татуировок, и мы с ребятами тоже будем делать татуировки. Всегда. Олдскульчный, тульчный, чтобы я не говорил уже, все, плевать. И Джеком Воробьев. А уже нету стакана. Так, по-моему, так, охрана. Как тебя хоть зовут? А? Катя и Оля, я надеюсь, вам есть 12 лет. Так, все, быстро сейчас будет покурить песен. Ну, ёпта. Добрый вечер, здрасте. Восстание за властным бажанием слухала гурт в глубоком дотинстве. Подруга. Вы как будто доктор, реально. Я не... Чтобы вы не писали, ничего не понимаете. Будь ласка, придай привет, все понял. Мы повтор поцелунок Ани Маликовой. Будь ласка, придай.
Маликович, а повітряний поцілунок Анні Маліковій, тій самій подруги Малікової, тій самій подруги, вона буде чекати. Чекаємо у Києві. Хто там буде? Все, тобі треба написати воздушний поцілуй. А ти вообще. Так, Жека. Это ко мне обращается. Юрий Кишко, привет тебе. Справжний друг. Юра, привет тебе. Привет. Дальше. Расскажи о самом запоминающемся вечере в Одессе. Спой, пожалуйста, «Уй». Самый запоминающийся вечер в Одессе. В прошлый раз мы играли в Трумане здесь, в прошлом летом, по-моему. И мы пили напитки и пошли по полосе здоровья гулять. Что? А я сказал, что полоса, потому что она черная была. Это трасса здоровья, мы пошли по ней гулять. Там справа и слева высажены кусты такие, знаете? Ну, типа они там где-то в полчеловеческого роста. Ну, там, по пояс. В какой-то момент я себе придумал, что я вот так вот перепрыгну эти кусты. Ну, щучкой. И что сделаю? Ну, куча людей, надо произвести впечатление, я всегда так делаю. Я вот так вот перепрыгиваю и думаю, сейчас я вот так вот курнусь. И все, и я, ну, красавчик, оттуда выхожу. Вот. И, значит, эти кусты, я разбегаюсь, отталкиваюсь щучкой. У меня очень младший брат, который недавно, кстати, сломал 4 позвонка. Вот. Он, я перепрыгиваю щучкой, вот, ищу руками землю, чтобы кувыркнуться, а ее нет. А ее нет, потому что там склон. И я ищу эту руками землю, думаю, она точно, и все, и тут я нахожу ее лицом. Значит, выхожу я из этих кустов, описывают мои друзья, которые здесь тоже есть. У меня пол лица моего в земле, в траве, на зубах песок. Я повержен, но не сломлен. Вот, вся моя футболка в зеленой. Ну, это так было. Ну, короче. И тут назад мы едем в автомобиле. Нас останавливает полиция. Я не за рулем, потому что за рулем выпивший ездить — это полная хуйня. Сразу забыл. Никогда в жизни так делать нельзя. Никогда. Если вы, дурак, готовы сесть пьяный за руль, это ваша проблема, но вы отвечаете за жизнь окружающих, поэтому пьяным за руль никогда. Поэтому я сижу на пассажирском сиденье с лицом, которое поймало склон. И у меня еще футболка с соответствующим принтом травы и земли. И милиционер, полицейский, нас останавливает и говорит: здравствуйте, здравствуйте, погрузите документы. Все показывают документы, он говорит: а это вы, сам один чувак. Я говорю: да. Говорит: моя дочка ваша фанатка. Я говорю: я последний раз был на М1 17 лет назад, в 10-м году. Что вы несете, товарищ полицейский? Он говорит: я вас расстреляю сейчас, или вы распишитесь моей дочке. Я расписался с этим лицом и потом еще сделал с ним селфи. И, судя по всему, у какого-то одесского копа есть фотография, где я абсолютно в говне сижу, с разбитым лицом, в зеленой футболке. И его дочка говорит: это совершенно не тот человек, папа, ты меня обманываешь. Во-первых, он на 7 лет постарел или на 8. А во-вторых, пьяница мне больше не друг. Вот такая вот история о концерте в Одессе. Если будете ехать к маяку Вахарна, да, маяку, Гри, Вахарну, привезите, пожалуйста. Но вы знаете, почему человек на машине? Потому что что? Вы знаете, на какой машине приехали? Мы приехали, блядь, на Infiniti. Я сегодня на заправке выхожу, у меня коп говорит: здравствуйте. Я говорю: это вы из этой машины со мной здороваетесь? Вот, очень классная тачка. Мы подвезем, кстати, если будем ехать. Мы не будем. Спасибо за такой атмосферный вечер. Сыграй, пожалуйста, «Телефон и красота». Ребят, вы издеваетесь, я никогда в жизни не вспомню эти песни. Это невозможно. Ну, сейчас что-нибудь да придумаем. Женя, как можно быть таким обаятельным? Я взгляд оторвать не могу. Зато ты можешь оторвать кусок чего-нибудь, не знаю. Смотри, во-первых, я в маму. Ну, честно, у меня мама очень обаятельная женщина, очень прикольная, веселая. Вот. Но я никогда не считал себя обаятельным. Сексуальным, да, обаятельным нет.
скромность, да, это моё. Женя, привет. Мы приехали из Киева в Одессу. Блин, класс. На твой концерт. Ты лучший. Можно селфи с тобой? Это же люди, да, которые подкомпили. Нет, это вы другие, да, люди? Ну, я же обещаю выполнять все желания, как Санта-Клаус. Конечно, выходите, давайте сделаем селфи. Без проблем. Если вы завтра напишите в социальных сетях, что я сексуальный. Так, ну, на самом деле вечер уже у нас такой стендап. Ты не писал записку? Нет. Все, быстро отчитаю последнюю записку. Женя, ты красавчик, спасибо. Бля, сегодня с собой комплименты какие-то. Но это не так. Спой, пожалуйста, для Ани. Украду ночью, увезу тебя в Сочи. Ребят, если вы только что пришли на это мероприятие, я должен вам сообщить. Эта песня уже была. Так, что здесь? Женя, они решили, что, короче, я, ну, типа, заморочился. Будем читать по очереди. Женя, спасибо. К сожалению, не умдр или есть. Так, как будто МТС. Женя, спасибо, что приехал. К сожалению, мне скоро нужно уходить. У меня сегодня ДР, и у меня есть такое желание обняться с тобой. Так. Главное, чтобы ты был не чувак. А, это ты. У тебя день рождения реально настоящий? Нет, я верю тебе. Выходи обниматься, чего уж там. Только так, давай так. Нет, выходи. Я пока ты выходишь, расскажу. Если мы обнимаемся, то это вот такие настоящие мужчины и женщины обнимаются, не просто так, типа вот. Да? Если что, можно нам сказать, что я ее трахал? Так, ну все, давайте еще одну записку. Петь, потому что у нас Лев, сколько время? Так, смотрите, что здесь. Женя, привет, спасибо, что приехал на Закид Фест. Влад, спасибо. Твой друг номер 66. А вот мне тоже интересно, что ты делаешь. Если бы мой друг, я всегда... Женя, ты крут, мы с мужем познакомились. Это ты! Да! Так, еще раз! Есть какой-то фонд в этой стране, который башляет за то, что я, блядь, на своем концерте знакомлю всех людей, они рожают, знакомятся, женятся. Есть какой-то фонд, говорит, о, у нас грант, выиграй, пожалуйста, пусть у нас будет куча ячеек там, семьи. Да. Нет. Ну мы уже сфоткались. Нет, подожди, нам нужно спеть несколько песен, а потом дальше будет видно договор. А, ну это вы же написали записку, да? А, я уже рассчитывал на... Кстати, недавно захожу в аптеку, у меня диарея... Я проговорился пока. Ну ладно. Захожу в аптеку, у меня диарея. Ну, знаете, что это такое. Вот, я подхожу, говорю, здравствуйте. Маска на мне? Да. Она говорит, вот этот вот препарат. И потом говорит, а я на Закид-фесте была, и мой муж сделал мне предложение во время вашего выступления. Принимайте по 3 таблетки в день. Я говорю, это не у меня, это у друга. Я просто покупаю другу, как бы. Она говорит, ну вы во всяком случае очень четко описали симптомы. Поэтому, как бы, ну, с этим вопросов не было. Так, я обещал, какие песни спеть, напоминайте. Мари! Ой! Заходишь закурить и...
зафіксований між гітара і чайні рядки, які я тобі несу, і очі червоні врізаєш ними, я в папір, я плечу його в домі. Можеш не слухати просто він. Потому что скоро будет диджей. Ребят, ну мы же будем с вами танцевать, правильно? Да! В песке. Ну, вообще, мы, смотрите, нам завтра не играть концерт, поэтому сегодня можем веселиться до утра. Да. Страху присмаки в себе зайвих слів. Чи не така, як всі? Бути з тобою так давно хотів. Розахилення, хоч мене бачить мене, я оголену. Которую вы видите, делает Таня. Она наша любовь просто самая. Ну и больше шума, пожалуйста, сделай. Но самый прикол в том, что... Ну, не то, что... Не скажешь, что... Вот, мы снимаем кино во всем туре.
и у нас будет очень много материала. И в сентябре будет фильм о том, как прошел тур «99 друзей», и в каждый из вас в нем будет. И вам за это спасибо. Знову, коли мощні би розійті, розуті. І без одягу. Ти бутіка, я не могу. Ти пробач мені, зараз сказане. Скоро знову ні, скоро сказ мене стриніє. Думки стануть ясніше. Вночі ти кричі, зголосніше. Знай, вже нікого окрім нас. Всюду с тем человеком, который знает только эту песню, на аккорде этой песни. Я готов. Кто из вас готов? Кто же из вас знает аккорды этой песни? А, он идет. Вы такие все красивые в этом свете просто. Ничего себе здоровый, блядь. Тебе какой строй нужен? Стандартный? На турнір. Вона зараз спить і знову. Ми тільки приїхали. Можна мене зняти, будь ласка, я перетаку? Хочу зразу сказати, що Паша – єдиний мужик в залі, у якого є жена і мала. Який спить вместе.
Так было, так и так будет.
начало тура просто супер. Я очень доволен, что это произошло. Вот. Ну и финальная для вас песня, потому что, ну, вы же классные. У нас есть песня, которая характеризует все, что мы делаем. Я спою только припев. И... не знаю, блин, я просто не хочу, чтобы он заканчивался, этот вечер. Ребята, вы дискредитируете диджея, понимаете? Всемогущий, когда молящиеся говорят о чем-то. Я вас не понимаю, получается куча запросов, я ничего не понимаю, что... А, все, все, есть песня, ребята, которая объединит всех нас. Все, просто вот, это песня, которая, понимаете, это как бальзам, это как будто, даже не знаю, это как будто, вот, у вас похмелье, и вам нужна вот животворящая, да, или там еще что-то. И вот такая песня. Сейчас вот такая песня. Вот такая песня. Почему?
А сегодня следующая песня. Отсоси у меня, не стесняйся, я этого очень хочу. По самые яйца. Спасибо большое, до свидания. Но, если вы хотите, чтобы я еще раз спел этот припев, мне нужно, чтобы мне помогли, потому что завтра мы должны... Розовый айфон не мой. Ну ладно, мой, честно. Нужно что сделать, ребят, смотрите. Я сейчас скажу, здравствуйте, Херсон. Вот так говорю, здравствуйте, Херсон, Аньки, здравствуйте, Женя. И я такой, мы приглашаем вас завтра на концерт. И вы такие, наши люди всюду. И руки вверх, и вот это все. Окей? Можешь зал ну, потому что завтра, в зал ну, сколько билетов? Ну, чтобы подсветить зал побольше. Готовы? Привет, ребята из Херсона, меня зовут Женя Галич, и завтра я в вашем городе, и мы хотим вам сказать, приходите на концерт! До завтра! Спасибо большое. И как обещал... Отсоси у меня, не стесняйся, я этого очень хочу. Классно, девчонки, вы поете. Приехали тут всякие киевляне.